вам всем вечер, интересного вам вечера, потому что Маяковский – это тот, кого невозможно понять до конца. На самом деле, сколько я не читаю, он всегда разный. И вот то, что я хочу прочитать. Скрипка и немножко нервно. В этом названии уже состоит Маяковский. Это вызов обществу, когда ты не говоришь четко, прямо, когда ты не распускаешь слюни, сопли, что-то непонятное, немножко нервно, то, что цепляет. Что ж, слушайте. Скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо. А сам устал, не дослушал скрипкиной речи, шмыгнул на горящий кузнецкий и ушел. Оркестр чуже смотрел, как выплакивалась скрипка без слов, без такта, и только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? А когда геликон, меднорожий, потный, крикнул: «Дура! Плакса! Вытри!» Я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающиеся под ужасом пюпитры, зачем-то крикнул: «Боже!» Бросился на деревянную шею. Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи, я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются. В липках пришел к деревянной невесте голова. А мне наплевать, я хороший. Знаете что, скрипка, давайте жить вместе. А